Всем привет! Девчонки, привет. Куда поехали? Мы поехали в музей танков! Мы сегодня едем в музей танков. Женечка тоже. Здоровайся! Здоровайся, Вован! Я на дорогу смотрю. Вован, здоровайся! Женя, что-то в последнее время столько комментариев, что он похож на Вована из реальных пацанов. Кто так считает, пишите в комментариях. Что Женя похож на Вована, у нас все время пишут, реально пацаны отдыхают. В общем, сейчас едем забрать Женину маму, и родственник там у нас приехал. У Жени сейчас спросила, получается, это его двоюродный брат. Идем в музей. Мама Женина с вами, Ксения, Константин, ну и мы все. Это мы возле центральной проходной Уралвагонзавода. Вот здесь вот у нас храм построен. И вот там за деревьями центральная проходная Уралвагонзавода. Так, здесь вот макет территории Уралвагонзавода. Условное обозначение. Вот так. Здесь картина. Тоже картина. Холст, масло, Зудов, ЛГ, отправка танкового эшелона. Называется. Здесь вот карта, да? Это где находятся танки в армиях мира. То есть и в Бразилии. Даже на Кубе есть. Никарагуа, Польша, Украина, Казахстан. Вот точки. Смотри, везде за границей даже. Может, в Индию и в Пакистан, наверное. А вот эти вот кружочки еще обозначают, где какие танки. Желтый Т-54. Оранжевый Т-55, Т-72, Т-62, Т-90. Вот. Вот видишь, где какие танки. Вот прямо со входа заходим в ангар. Большой ангар. Ну что, Ксюша, полезем в танк? Дети, эмоции. Т-34. Полезем? Пап, давайте ко мне. Прямо. Да. Ага, это лафет. Да, вставлено. Заварено. Тут не гильза, а заглушка стоит. А, да? Да. Чтобы ничего не было. Т-4-76. Это. Насколько я понял. Еще не посмотрел это. Вот. Место мехвода. Механика водителя. Да, я бы не сказал, что тут места-то много. Воняет все соляркой. Хотя вроде танк-то не на ходу. Такие вот приборчики. Темно тут единственное. Вот освещение бы получше сделали. И то Ксюша мне, да, светит. Педальки тут, управление. Ты возьми во вторую руку телефон. Сейчас я попробую пролезти. Блин, я тут в рубашке-то сейчас извозюкаюсь, в мазуте-то, блин, в какой-нибудь. Сейчас пойдете все. Сейчас пойдете все. Оп! Короче, сейчас сижу за рулем. На месте мехвода. Вот такой пулемет. Встроенный, блин, его не видно нифига. Сейчас, Сюша, это, я тебе помогу залезть, и посветишь мне тут еще. Ку-ку! Ку-ку-ку! Папа за рулем танка сидит. Ой, так. Ты же, папа, привет! Папа, привет! Я выглянул? Выглянул в окошечко. Ну, ту сторону, чтобы я Аню принять мог. Тут место просто вообще. Тебе обалдеть. Страшно?
Мало места, конечно. А телефон, Ксюш, туда пролазь на ту сторону, полезно? Я просто не представляю, как дядьки по 100 килограмм тут могут вообще лазить. Мне страшно. Вот сюда вставай. Ну как тебе в танке, Ксюш? Нормально. Если что, я в танке, да? Это что такое? Это прицел, наверное. И ничего там нет. Что это вот это вот, Женя, такое? Прицел? Очко какое-то. Это перед выстрелом смотрят. Ой, я хочу посидеть. Что тут смотреть, тут ничего нет. Ну так сейчас тут ничего нет, все закрыто, все завалено. Я хочу. Пошла. Ты смотри, там все в мазуте аккуратно. Тут солярой воняет, вообще жесть. Тут ощущение, что он это на ходу там. Я окошко смотрю. Смотри. А? Они все в рабочем состоянии. Я имею в виду, что это? Так, Ксюша наводит пушку. Че? Я не знаю, что это. Я что-то мотаю. Ксюша наводит пушку. Я что-то мотаю. Это башню поворачивает. Поворотный механизм башни. Ничего не поворачивает. Так там заварено все. Ну да. Ну, видишь, специальные. А если этот танк понадобится, то что они будут делать? Куда он понадобится? Ну, не знаю, 905 года танк. А если огород спахать, или еще что-то? Раскапризничалась без меня. Сушка, свети давай к нам. Да, смотрю, свечу. Аня пошла на место мехвода. А рычаги дергать. Где тут пулемет? Это какой-то подсос или что, я не знаю. Подсос. А где руль? Пулемет надо. Жень, такое ощущение, что там так много места в танке, да? Да, и там не было вот этого всего вроде, я не видела пока. Да как это все так-то и оно есть это? Ну там как будто бы просто тупо стена была. Там может все по-другому немножко было? Где руль? Но тоже здесь руля нет, здесь рычаги, Аня. Вот, да, вот эти рычаги поворачиваешь. На себя тянешь, гусеница одна клинит, там поворачивается. Я не тракторист, так. Она тяжелая. Посвети вот, Ксюша, вот пулемет. Вот пулемет. Вот пулемет. Вот он. Только не дергается, затвор надо дернуть, ленту вставить и вперед. А я могу это дернуть. Здесь получается вот в этом месте. Или гильзы сюда сыпать. Нет, сюда лента, наверное, заправляется. Она тяжелая. Ой, это что за педалики? Здесь гильзы вот вылетают. Педалики. Что педалики? Педалики? Какие-то, зачем? Для пушки. Здесь стрелок сидит и педалики, педалики вот эти нажимает. А где он не крутит, а нажимает их. Где типа руками сидеть? Что-то? В смысле типа руками? Ну, ногами. Нажимает. Ногами. Вот так. Здесь вот сиденье. Оп, вот так нажимает. Да. А где сиденье? Ну вот и вот. Это где сиденье? Ты спускалась это сиденье? Вот под боекомплект, вот тут снаряды кладутся, смотри. Ага, сейчас. Вот видишь сиденье, как и все. Тут же и сиденье, тут же и залазишь. Так все, потому что металлический. Посвети мне мотор, Ксюша. Ксюша, вниз посвети. А я могу вылезти из окошка. Можешь, да. Куда светить? Туда? Только смотри, не улети там никуда. Вот назад посвети. Мама. Вот здесь моторный отсек. Вот он мотор, Ксюша. Угу. Видишь двигатель? Вижу. Там. Короче, я не знаю, тут чувак сколько. Сидит, он все крутит и все, да? Он жмякает. Жмякает. Крутит, крутит, размазывает, раскручивает. Вот. Как я. Тут наводчик сидит. А, я не знаю, правда, в этих стрелок наводчик. За это отвечает? Или тут еще один чувак сидит? Ну, вот здесь такое? Второй вот сидит еще, вот где я стою сейчас. А, типа тут два таких сидит, и там два таких сидит. Три человека экипаж-то у Т-34-ки. Нет, они четыре, нет? Нет. А в пулемет стреляет тот, который за рулем? Тут, возможно, вот где я сижу, стрелок сидит. А тут сижу тут я. Наводчик сидит. Командир, может быть, я не знаю точно. А, ну да, в этом фильме-то командир тут сидел. Не знаю, где он там сидел. Я не помню уж. А где Аня? Аня сидит там. Аня, сейчас тебе там приму. Ва, Ксюшка. Короче, я люки-то закрываю. Ага. Чё? Аня. Вот такая башня. Ань. Так сейчас увидишь. Вот танков столько у нас тут стоит. В ангаре. Фоткается у меня мама там. Константином. Ну тут всякие включения. Типа тут какой-то, да. Посветите сюда. Ну тут башня, видишь, электрическая. Слушай, уже. Посвети сюда. Поворачивается с помощью электричества. Ой, там еще с помощью приводных механизмов там всяких. Еще какое-то кресло. Тут проще. 372 сидим, в общем. Пап,
Он тут покруче как-то, папа. Да? Вот такой тут лафет, тут места вообще нет. Там еще какое-то кресло. Ну, может, это механик-водитель там. Ой, а как туда залезть? Как, там еще есть что-то? Да, да, так там дальше же. Как управлять? А как туда дальше пройти? Тут отсюда от тебя никак. А тут типа пределы все. Там еще что-то, какой-то замок. Там вход какой-то еще есть. Смотровой глаз тут вон. Да, тут... Кстати, я там посмотрела, там какая-то фиолетовая штука была. А я вижу, короче... Вот, все, я ее нашла. Я ничего не вижу, я сижу сверху. Там фиолетовая. Тут лафет, блин, всю башню занимает. Ой, пошел я вылазить отсюда. Я тоже. Вот такой вот танк. Эй! Здесь воняет горюче-смазочными материалами. Что, Аня, вылезешь сама? Танкистка Аня вылазит. И Ксюша тоже. На телефоне встань, Ксюша. Вот это кронштейн под крупнокалиберный пулемет у нас. Как отсюда выйти? Как? Не выйти, а вылезть. Выходят через двери, а тут люки. Кстати, а вот здесь вот водительская. Да. Смотри, не подскользнись, башня. Наклонная. Плоская. Вот там иди. Вот. О, пошли. Слушай, аккуратно. Слушай, здесь водительская. Можно сюда сесть. Здесь механик, водитель. Давайте сядем. Марька! Ку-ку! Сюда. К водительскому. Здесь так водитель... А что тут? Тут места мало тоже. Все темно, места мало. Да. Все сломано. Хочешь, опущу тебя, посмотришь, что там вообще? Нет. Да пойдем. Вон триплексы всякие. Папа, скользко. Ну куда ты лезешь-то тогда, папа, скользко? Там пыльные все в соляре. Аня идет мне, говорит, мама, я тебе сейчас все покажу. Я тоже хочу залезть в танк. Ощутить себя. Танкистом. Я сейчас там где-нибудь застряну. В общем, сейчас залезу и потом покажу себя в танке. Ухожу от вас на фронт. Все. У меня мамы нету. Куда там вставать-то? Фу. Ну и пахнет здесь солярой. Тесно, душно. Кошмар. А как я сейчас буду отсюда вылезать-то? Легко. Вот, мама, там опускаешь такое кресло, остаешь и вылезаешь. А-а-а. Вон сзади вот это, да. Вот это кресло. Это какое кресло, которое... шикарное кресло. Привет. Ку-ку. Мне не нравится запах этого металла. И запах солярки. Ну, вот так вот там жили. Фу, вылезла из этого танка. Что я хочу сказать? Свои ощущения. Мне даже как-то не по себе стало. Запах вот этого металла, запах солярки, душно. Я просто не представляю, как было солдатам, которые находились там в бою. Это меня же затошнило что-то. Давайте сейчас пройдусь, покажу вам, какие здесь экземпляры танков стоят, потому что все остальные наши уже убежали наверх. Скоро музей закроется, нам надо побыстрее уже здесь пройти. Как здорово! Не закрывают на перерыв. Я уже собралась бежать. Второй этаж идем еще. Так, все уже сидят, уже устали. Да я по-быстренькому пробегусь, хотя да, бы посмотреть, конечно, что здесь. Ну, уже все экспозиции посмотрели, до сих пор танки там лазишь. Да я не уже могу, мне прям так понравилось-то. Мам, пойдем, я тебе покажу красивые камни, которые жизнь свою отдали. М? Пойдем, покажу камни. Что покажешь? Пойдем камни покажу красивые. Там есть даже камни-лягушки. Камни-лягушки? Ой, а здесь как много-то всего. Слушайте, ну это чтобы полноценную экскурсию. Ну, мы же были в музее камней. Ну здорово, да? Да.
Вон здесь все подписаны, да? Где какой камень? Это просто уже сделано, поделка лягушка из него. Фу, что-то я бегала там вокруг танков. Очень много всего, что можно почитать и полноценную экскурсию пройти. Взрослый билет стоит 60 рублей, детский 30 вроде бы. И, конечно, чтобы полноценно пройти все это, нужно гораздо больше времени, чтобы все прочитать. Вот так здесь здорово, интересно, мне понравилось. Много экспонатов различных. Посадка. А, это дозиметр там. Лекалы для эргономических исследований это. Вот про это говорю. А это почти такой же буратино, как у нас на огороде. Жень, я нашла почти такого же буратино, как на огороде у нас. Да. В общем, здесь много-много всего, и надо смотреть. Сейчас подниму. В общем, все, меня торопят, надо убегать. Поэтому на более длинную экскурсию вернемся сюда чуть позже.